Нагнетание ситуации на украино-белорусской границе продолжается. Беларусь стягивает военных и технику к границе с Украиной. А еще запланировала совместное учение с Россией. Очевидно, это не просто так. Ведь война 24 февраля, которую Россия начала против нас с вами, фактически началась с учений. Что на самом деле задумали Лукашенко и Путин? И что касается Лукашенко, он не хочет быть в лагере проигравших. И возможно ли вторжение в Украину со стороны Беларуси? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Минобороны Беларуси запланировала совместное учение с Россией. Речь идет о летно-тактических учениях на территории Республики Беларусь. 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. В Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. По словам белорусского ведомства, во время проведения летно-тактической учебы будут привлечены все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. Беларусь и Российская Федерация готовят очередные учения, и очевидно, это не просто так. Ведь война 24 февраля, которую Россия начала против нас с вами, фактически началась с учений. Как правило, все большие войны, которые Россия начинала, всегда шли после учений. Так было с Грузией, так произошло с оккупацией Донбасса и Крыма. К учениям нужно относиться серьезно. Кроме этого, Беларусь перемещает военных и технику вдоль границы с Украиной. Украинская разведка и мировая, они за этим следят. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» отметила, что на днях через станцию «Смоленск» в направлении Беларуси прошел эшелон с 15 пассажирскими вагонами. Поезд прибыл на станцию «Витебск». В вагонах находился личный состав вооруженных сил РФ, примерно 700-800 человек. На сегодняшний день Россия хочет всячески, любым способом создать иллюзию, в то, чтобы мы все поверили, что действительно повторное нападение с территории Беларуси российских войск и российско-белорусских войск, оно неотвратимо. На фоне этого растут опасения, что Беларусь может быть использована в качестве плацдарма для повторного нападения на Украину с севера. Но, по словам экспертов, все это уже давно продуманная стратегия со стороны Кремля. Россия и Беларусь будут использовать учения как определенный элемент давления, запугивания. Ведь суть террора заключается в том, чтобы запугать людей, чтобы люди боялись. Эта вся информационно-пропагандистская серьезная кампания и накачка агрессивно идет для того, чтобы украинские силы перебрасывали все больше подкрепления на белорусское направление, снимая его с других направлений для того, чтобы помешать готовящемуся украинскому контрнаступлению. По словам руководителя Центра военно-политических исследований Александра Мусиенко, ситуация контролируемая, и бояться вторжения с Беларуси не стоит. Но даже в случае нападения Украина готова встретить врага. На сегодняшний день каких-то угроз с белорусского направления их нету. Украинские войска, украинское командование за этот период достаточно серьезно укрепляло и укрепляет северные направления, укрепляет границу украино-белорусскую. Там минируются дороги, там взорваны мосты, там оборонные сооружения, фортификационные сооружения. Все в наличии. Для того, чтобы если даже Россия пойдет на этот безумный шаг, было чем их встретить и разгромить эту группировку войск. Но если Путин все же решится на такой шаг совместно с Лукашенко, ничего хорошего из этого у них точно не выйдет. Если он пойдет на этот совершенно безумный, неоправданный, ошибочный шаг, то это будет означать, что он совершит ту же ошибку, которую совершил Адольф Гитлер в 1944 году, когда решился на Арденскую операцию. В результате войска Третьего Рейха, войска Вермахта с треском проиграли. И эта битва стала проигрышной, которая положила фактически
ну, стало концом тогда Третьего рейха. Если Путин решится на такой шаг, его это только ускорит падение российского режима и поражение в этой войне. Да и сам Лукашенко подыгрывать Путину на все 100% не собирается. И что касается Лукашенко, он все время оттягивает это решение, выжидает, что либо украинская армия победит и не будет необходимости, либо, скажем так, будет не до этого, и все-таки он сумеет каким-то образом пропетлять. Он видит, что Россия тоже сейчас не имеет укрепленных позиций, не стоит твердо на ногах, и у нее не победная позиция сегодня. То есть они тоже, у них позиция очень шаткая. Он не хочет быть в лагере проигравших.